Яркое многоголосие, красочные костюмы, зажигательные танцы, сопровождающиеся идеальными кадрами нашей необъятной страны на большом экране. В Ужегуте состоялся отчетный концерт творческих коллективов района, посвященный матушке России. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Ярким и красочным, по мнению зрителей, стал отчетный концерт на сцене Дома культуры Усть-Джугуты. Юные танцоры, талантливые певцы и музыканты смогли вновь проявить свое творчество, рассказывая на языке искусства, как гордятся своей родиной и как ею дорожат. На большом экране производилась хронология важных дат в истории страны, демонстрировались неповторимые пейзажи всех уголков Родины, достопримечательности, выдающиеся люди, внесшие вклад в мировую историю. Яркое событие вообще для культуры в целом республики, ну и для нашего района в том числе. Тема сегодня очень серьезная, и мы, конечно же, надеемся на то, что мы смогли раскрыть эту тему всеми музыкальными и вообще номерами, которые сегодня представлены, чтобы показать многогранность культуры района и показать, на каком высоком патриотическом уровне проходит вот это сегодняшнее мероприятие. Эмоции, да, они очень такие сильные, глубокие. Это показывает настроение зала. Зрители восторженно благодарили артистов аплодисментами за динамичное выступление, за яркие патриотичные номера. Я сегодня увидел, что все жанры, что есть в России, они все сегодня показали. Я уверен в том, что родители, зрители, которые сегодня участвуют, они получили огромное удовольствие и наслаждение, увидев не только своих детей и артистов, которые сегодня выступали. Я хочу сказать одно, что тема, которую они раскрывают, это сегодня актуальная тема. Я благодарен ребятам, которые это делают с такой душой. Девочки из хореографического ансамбля «Кубиночка» долго готовились к отчетному концерту. Их переполняют эмоции. Очень было приятно участвовать в таком отчетном концерте. Мы поддерживали нашу команду «Кубиночка». И вот, мы хотим, чтобы мы выиграли в этом отчетном концерте. Нам очень понравилось. Удачи, счастья. Удачи, счастья, здоровья. Артисты и зрители еще долго будут тепло вспоминать, с каким размахом и буйством красок прошел отчетный концерт. Великая страна, единая Россия, широкая душа, в единстве твоя сила. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.